Добрый день, зрители канала Марина Цветы. Сегодня я хочу вам показать, как я буду проращивать семена гвоздики шабо. Растение удивительное, красивое и на клумбах украшает летом наши цветники. Гвоздику шабо мы высеваем достаточно рано, и способ, который я вам покажу, приемлем для всех видов растений. И овощей в том числе. И вот растения двулетние и мелкопыльные также очень хорошо реагируют на такой способ. Я надеюсь, что вы уже много просмотрели моих видео о стерильной рассаде. Большой плюс проращивания семян таким способом, то, что мы не используем в начальной фазе землю. И это гарантия то, что растения у нас прорастают практически в стерильной среде, не подвержены длительное время грибковым заболеваниям. И этот способ укрепляет наши растения. Мы воздействуем на семена горячей водой при температуре 50 градусов, для того, чтобы разбудить гормон роста. Растения пробуждаются. Вы видите в контейнере, как идет вегетация. И, дорогие друзья, очень важно при прорастании семян, вот в фазе, когда образуется петелечка, наличие белого спектра, свет должен быть. Это растение позволяет быстрее войти в фазу вегетации, вырабатывается хлорофилл, и растение достаточно устойчивое в период выращивания. Мы берем с вами любой контейнер, берем бумажные полотенца или многослойные салфетки или туалетную бумагу, но многослойную, не серую старую, которая может даже дать то, что семена пропадают, загнивают. А многослойная бумага, она долго держит воду, увлажняет семена, держит температуру, и растения хорошо прорастают. Итак, любой контейнер, бумагу заливаем небольшим количеством горячей воды при температуре 50-60-70 градусов. Излишек воды мы сливаем. Ждем, пока руке нашей будет комфортно. И высыпав семена, можно вот так вот на бумагу, так вам будет удобно сеять. Мы сеем гвоздику шабо. Так идет намного быстрее прорастание, потому что когда вы сеете в грунт, зависит качество грунта. Если кислый грунт, растения не прорастают или пропадают в начальной фазе вегетации от черной ножки. А сейчас вот мы прорастим вот так вот семена. Ну вот это будет мне достаточно. Я сразу буду их пересаживать или пикировать уже по готовым горшочкам или контейнерам. Сейчас мы должны контейнер закрыть герметично пленочкой пищевой, для того, чтобы не испарялась влага и сейчас сохраняется тепло. Размещаем контейнер на светлый подоконник, достаточно светлый. Если у вас подоконник холодный, положите под низ какой-то предмет, чтобы семена не стояли на холодном подоконнике. Это будет очень важно. Такой способ дает нам практически 100% результат прорастания семян. Особенно это важно и актуально, если вы покупаете дорогие семена или семена редких растений. И таким способом всегда идет 100% прорастание семян. Сегодня мы сеяли с вами гвоздику шабо. Следующее видео уже будет о прорастании непосредственно и посадке в контейнеры гвоздики и других растений. Я буду снимать отдельное видео. Сейчас у нас время ограничено в посадке, поэтому я выпускаю видео непосредственно посеяв семена. А дальнейшая встреча у нас будет очень-очень быстро. Спасибо, что вы были со мной. Просматривайте плейлисты о семенах, о рассаде. Там есть прошлогодние видео о результатах также такого посева. Подписывайтесь на мой канал и украшайте свой мир цветами.